Film 4 представляет. Совместно с Universal Pictures и Senator Film. Кейт Бланшетт, Билли Крудап, Майкл Гэмбон и Руперт Пенри Джонс. В фильме Джиллиан Армстронг, Шарлотта Грей. В ролях Антон Лессер, Джеймс Флит, Рон Кук, Джек Шефферд, Николас Фаррелл и другие. Композитор Стивен Уорбек. Оператор Диан Бип. Автор сценария Джереми Брок по роману Себастьяна Фолкса. Продюсеры Сара Кёртис и Дуглас Рэй. Режиссер Джиллиан Армстронг. Со временем прошлое видится таким простым. Шла война. Мы воевали с фашизмом. А раз добро побеждает зло, мы не сомневались, что победа будет за нами. Откуда нам было знать, что на войне не бывает ясности? Там, где нет правил, правдой может оказаться все, даже ложь. Это место не занято? Нет. А то я уже испугался, что придется всю дорогу стоять. Кругом одни летчики и саперы. Славные ребята, но... Угощайтесь. Нет, спасибо. Прошу прощения. Кеннерли. Ричард Кеннерли. Очень приятно. Шарлотта Грей. Вы домой едете или из дома? Я работаю в Лондоне. Не говорите, я угадаю. Женская вспомогательная служба. Я помощница врача. Что ж, благородно. Почему? Рисковать жизнью под бомбежками? Но это наш долг. Вы правы. А я на госслужбе. К нам с улицы не берут, хотя немецкая пропаганда нас вообще за людей не считает. Говорите по-французски? Да. Жили там? Училась. В Париже? Лучший город Земли. Впрочем, не сейчас, когда его наводнили эти чертовы немцы. И устриц не найти, одна кислая капуста. То, что немцы сделали с Францией, не шутка. Да-да. Конечно. Thank you.
Ричард Кеннерли. Презентация книги в пятницу. Приходите. Не кисни. Будет весело. Тебе тоже. А ко мне опять пристанет какой-нибудь зануда с разговорами про Теннисона. Это же презентация книги. Где книги, там и выпивка. Как жаль, что ты не издатель. Ты такая домоседка, скажи, Исел. В мужчинах, девочки, главное белоснежные зубы, а не красота. Чур, автор мой. Простите, не помешаю? Нет. Там такая сутолока. Да. Питер Грегори. Шарлотта Грей. Вот черт! Эти книжные девочки... Извините. Лейтенант Боровский, мисс Грей. Мой друг. Рад познакомиться, мисс Грей. Ухожу. Так, вы из Шотландии? А откуда? Сент-Эндрюс. Недалеко от Эдинбурга. У вас там все по-другому. Это вы не бывали на нашем Кейле. Но почему бывал? Да, там очень шумно. И не подают теплый джин. Как вы только его пьете? Ну, я хотя бы не поливаю им цветы. Могли бы и промолчать. Мисс Грей, я так и подумал, что это вы. Рад, что вы пришли. Добрый вечер. Здравствуйте. Идемте, я представлю вас своим друзьям, они там. Моррис, это мисс Грей. Она читает Стендаля в оригинале. Одно дело заказать еду в ресторане, и совсем другое — выдавать себя за писателя. Именно. Нам нужны люди, говорящие по-французски, для работы в тылу врага. Возьмите меня. Ты не сдашь физподготовку. Их, конечно, учат. Но дело в том, что ты либо говоришь, либо нет. Пожалуй. И вообще, выдавать себя за француза нелегко. Знать слова недостаточно. Надо хотеть этим заниматься. И ненавидеть то, что нацисты сделали с Францией. Дики! Извините. Я дал вам свой номер? Да. Позвоните. Обязательно. До дна. За победу. Еще раз привет. Привет. Опять твой летчик слопал весь мой паёк. И мой. Бесполезно. Продолжим. Je veux acheter un billet pour le train. Ужасно. Ты совсем не стараешься. Накажи меня. Получай. Сдаюсь. План операции спрятан в моей деревянной ноге.
Ты со мной. Конечно. Что бы ты сказал, если бы я поехала во Францию? Тебе что, предлагали? Зачем? Думаю, кем-то вроде агента или курьера. Не знаю. Нет, это слишком опасно. Но ты же летаешь, это опасней. Я больше ничего не умею. Ты что? Видишь, ты даже не ойкнул. Ты храбрый и смелый, и ты должен этим гордиться. Да я тебя боюсь. Я тоже хочу быть смелой. Как ты. Лучше будь собой. Тогда бы я тебя никуда не отпустила. Ты веришь в судьбу? Нет, это не совсем судьба. Представь, что у тебя есть дар, и твой долг — использовать его. Пойти на войну. Проявить смелость. Шарлотта. Я не смелый. Просто... Эта война заставляет нас стать такими. Послушай. Я потерял всех своих друзей. Всех до одного. И какая же это смелость, если я жив, а они погибли? Это не смелость. Это случай. Мой отпуск заканчивается. Когда? Завтра. Так, парочка операций во Франции. Надолго? 3 недели. Я буду в Лондоне 18-го. Жди меня здесь. Война. Мир. Первая мировая. Цветы. Франция. Закройте глаза. Франция. Любовь. Любовь. Ключ. Замок. Тьма. Смерть. Старость. Мужчина. Одним словом. Мужчина. Лысина. Мужчина. Лысина. Простите. Франция в настоящее время разделена на две зоны. Северная, включающая Париж, оккупирована Германией. И так называемая свободная зона под управлением французской администрации в Виши. Сотрудничая с Третьим Рейхом, правительство Виши взяло на себя исполнительную власть. Именно в этой зоне сосредоточены основные силы сопротивления. И тем немногим, кто пройдет отбор, предстоит работать именно там. Помните, на территории противника относиться ко всем с подозрением. К хозяину магазина, к местному полицейскому и даже к своим соратникам. Жду следующей встречи. Спасибо. Во время сеанса связи ваши сообщения могут перехватить фрицы, так что никакой болтовни. От груди. Выпад правой. Еще раз. Правой. Выпад левой. Левой. Меры безопасности довольно просты. В случае, если вас схватят и подвергнут пыткам, вы никого не выдадите, так как будете знать только свое имя. Самой надежной защитой станет ваша легенда. В течение нескольких недель вы превратитесь в совершенно других людей, не имеющих ничего общего с собой прежними. Не бойся, мамуля. Но если будут бомбить, то будут бомбить. Это я. Нет, я не уеду из Лондона. Шарлотта, привет. Да, мама. Пока. На какие курсы ты ходишь?
Медсестер? Я знаю, что это. Будешь водить скорую? Думаю, да. И чему такому вас там учат? Не могу сказать. Вдруг кто-нибудь подслушает. Врушка. Ты не умеешь водить. Поймала. Лейтенант Боровски? Да. Это мисс Грей. Мы познакомились на вечеринке. Мисс Грей? Да, я ищу Питера. Вчера он должен был вернуться. Конечно. Питер, да. Мне очень жаль. Мы получили данные, что его самолет разбился во Франции. Но мы не теряем надежды. Вы же знаете Питера. Он борец. Через пару дней все прояснится. Сможете перезвонить? Да. Мисс Грей, все в порядке? Почему вы записались во Францию? Оттуда возвращается только один из трех. Хочу приблизить победу. По-вашему, ехать курьером во Францию — это прогулка? Глупо так считать. Многие женщины так и думают. Чем вызван ваш выбор? Ваш отец воевал в Первую мировую, да? Хотите, чтобы он вами гордился? Нет. Зачем мне это? Но он показал вам Францию. Брал с собой на военное кладбище, верно? Да. А ваша мать? Вам все известно. Так зачем задавать мне вопросы, ответы на которые вы знаете? Вы легко завязываете знакомства? Как все. Вы когда-нибудь были влюблены? Да, была. Выберите, что, на ваш взгляд, самое важное. Вера, надежда или любовь? Надежда. Живо, живо, леди! Больше не могу. Я сейчас упаду. Поднажмите, девочки! Финиш совсем рядом! Давайте! Вот он, финиш! Мисс Грей? Да. У меня новости о Питере. Правда? Вчера они вышли на связь. Где он? Но я пока не могу... Пожалуйста, обещаю, я никому не скажу. Ну ладно, так и быть. Городок называется Желез. Желез. Только ради бога, никому ни слова. Нет, я понимаю. Если это всплывет? Я все понимаю. Огромное спасибо, что сказали. Не за что. Спасибо. Кто-то идет. Мне пора. Конечно. Паспорт, продовольственные карточки, справка о принадлежности к арийской расе, фотокарточки мужа и друзей, губная помада, женские прокладки, французские, зажигалка, пломбы. В порядке. Сигареты, любимые духи. Да, и не заказывайте сливки к кофе, их уже год не подают. Обручальное кольцо. Доминик? Я готова. Ваш английский связной. Мирабель. Мирабель. Ампула с цианидом. Удачи. Идемте. Возьмете передачу, радиолампы. Явка в кафе «Дю Спорт», город Лезиньяк, в четверг в 10 утра. Связная будет в голубом пальто. Она спросит, какая погода в Париже. Ответ – неплоха для этого времени года. Зная, звучит слишком по-английски, зато легко запомнить. Вы отлично прошли курс. Спасибо. Нет-нет, правда. И главное, не паниковать. Эти лампы — ваша первая проверка. Вы не заметите, как вернетесь.
И всегда держитесь легенды. До тех пор, пока вы не окажетесь в Англии, вы Доминик Гильбер из Парижа. Можете поверить? Мне посоветовали вздремнуть. Вы приехали на юг искать работу. Ваш муж в плену, детей у вас нет. Политикой вы не интересуетесь, просто хотите пережить войну. Начиная с этой минуты, Шарлотта Грей умерла. Со второго этажа полетели три ножа. Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Со второго этажа полетели три ножа. Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой. Тихо. Что это? Немцы. Помогите! Помогите! Мама! Мама! Бежим скорей! Джакоб, подожди! Глотните. Спасибо. Все в порядке? Да. 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 Вы промахнулись с квадратом. Я видела огни. Какие огни? Я ошиблась. Спасибо. Вы... Доминик Гильбер. Добро пожаловать во Францию, Доминик. Октав. Агюст. Агюст. Кретин. Осторожно. Пошли, мальчики. Идем. Пока. Не забудьте, мадам. Спасибо. Ваши бумаги? Хотите? Ну, нет, спасибо. Вы знаете этого мужчину? Он работает с вами? Он был в самолете. Нам говорят только то, что необходимо. А что вам говорят про нас? Мы коммунисты. Это вам сказали? Нет. Вас это коробит? С чего бы? Вы в Лондоне все галлисты. Посылаете нам оружие, потому что к югу от Лиможа у вас никого нет. Но после войны мы здесь все изменим. Вот увидите. Для начала надо победить. Вот место связи. Спросите Октава. А дальше... Мы друг друга не знаем. Ясно. И спасибо за помощь. Мы это очень ценим. Мама! Папа? Папа! Мяу! Подожди меня! Думаешь, она правда ангел? Кто? Ну, тетенька с неба. Нет, вряд ли. А почему? Ты же не знаешь. Я вам так скажу, евреи притесняли нас годами.
У кого лучшие места на работе? У них. И день, когда им запретили работать учителями в школе, надо считать праздником. Я не знал, что их отец еврей. По мне, так нормальный был. Нет-нет, он больше ни с кем не встречается. Номер, пожалуйста. Соединяю вас. Пирожные закажем у мадам Галио, а закуски у Альбера. Какой номер? Соединяю вас. Мальчики, почему вы не в школе? Где ваши родители? Мы не знаем. Доброе утро, мадам. Здравствуйте. Линия занята. Мне очень жаль, мадам, но я не виновата. Мальчики, осторожно. Мальчики. Прошу вас, мадам. Я знаю, что ты задумала, Беатрис. Мадам? Кофе, пожалуйста. Вы не здешняя? Нет. Я из Парижа. Как в Париже с погодой? Неплохо для этого времени года. Они у вас? Не передавайте. Почему? За мной следят. Посидите немного и уходите. Постойте, послушайте. Я здесь ненадолго. Мой друг может скрываться в Жилесе. У вас есть связи? Спросите своего куратора, мне пора. Простите, дамы и господа, проверка документов. Ваш паспорт. Спасибо, мадам. Отдайте их мне. Что? Под столом, быстро. Отодвиньтесь. Как дела? Холода не радуют. Да, хотелось бы лето. И не только вам. Доброе утро, мадам. Прошу, ваши документы. Попрошу вас встать. Выньте все из карманов. Что это? Подарок. Разверните, пожалуйста. Спасибо.
Для чего это? Это подарок моему брату. Вы вместе? Нет. Пройдемте с нами. Нет, она бросила его ради учителя из Тулузы. Я же тебе говорила, Филипп. Соединяю вас. Ты его знаешь, говорю тебе. Он еще так мило улыбается. Все в порядке, месье? Да, все хорошо. Спасибо, Софи. Та женщина. Надо что-то делать. Ее кодовое имя Франсуаза. Я встречалась с ней в кафе «Дю Спорт». Ее забрали в полицию. Стойте, стойте. Подождите минуточку. Какая женщина? Я передала ей радиолампы. Они обыскали ее. Так вы их передали? И что? Они спросили, для чего они, а потом посадили в свою машину. Вами не интересовались? Нет. Что с ней будет? Кто видел вас вместе? Бармен говорил со мной. Это нормально. Кто-то еще? Не думаю. Все произошло так быстро. Как ее взяли? За ней следили. И она зашла в кафе? Она хотела меня предупредить. Для этого хватит и секунды. Мы немного поговорили. Как это? Она не должна была заходить. Она боялась, что меня задержат. Не надо было разговаривать. Что они с ней сделают? Не знаю. Во всяком случае, сейчас мы бессильны. Свяжитесь со своим английским куратором. Он еще не появился. У вас есть прикрытие до встречи? Да. Извините, я пойду. Нет-нет. Стойте. Вам нужно новое место. Мой отец живет под Лизиньяком. Он сдает комнаты. Это не лучший вариант, но если вас спросят, говорите, что вы моя парижская знакомая. Вы жили в Париже? Да, до войны. Ждите здесь. Я договорюсь с отцом. Когда поедете, спрашивайте дорогу до Лидомена. Скажите, что вы новая экономка. Слухи расходятся быстро. Там живут два еврейских мальчика. Их родители пропали. Присмотрите за ними. Да, но раз так, то я должна знать ваше настоящее имя. Жюльен. Простите. Месье. Я мадам Гильбер. Ваш сын? Знаю. Он сказал мне. Я Леват. Для начала вымойте мальчиков, а то от них уже пахнет. Дверь открыта.
Хорошо. Есть кто? Алло? Есть кто дома? Мама? Мама? Прячься. Я Доминик. Меня прислал месье Леват. Сказал, вас надо искупать. А теперь давайте. Я подожду за дверью. Это та тетенька с неба, я ее вспомню. Что она здесь делает? Работает. А где ваше полотенце? Мы уходим домой. Нет. Подождите, пожалуйста. Вы же совсем мокрые. Вот, вытирайтесь. Мы идем домой. Нам здесь не нравится. Месье Леват плохой. Мне он тоже не нравится. Месье Леват вовсе не... Где наши родители? Но они точно не хотят, чтобы вы простудились. Ведь правда? Вытирайтесь. Как мальчики? Спят. Они спрашивают, где их мама. Вы что-нибудь выяснили? Вчера вечером их арестовала полиция. Их увезли в пересылочный лагерь в Дранси. Мальчишек не забрали только потому, что они где-то бегали. У меня там есть знакомый. Он что-нибудь придумает. Их мать, должно быть, сходит с ума. Зря ты привез их сюда. В деревне было безопасней. У тебя что, нет свободных комнат? Для тебя точно нет. Простите моего отца. Он не привык к чужим. У меня есть выбор. Садитесь. Садитесь. Спасибо. Я знаю их отца, месье Дюги. Он был профессором в Тулузе. Славные ребята. Есть будешь? Нет, спасибо. Как хочешь. Рагу из кролика я весь день тушил. Вы любите крольчатину, мадам? Да, люблю. Ей нравится, она даже еще не пробовала. Он считает, что я дерьмовый повар. Увидите своего связного, дайте мне знать. Конечно. Пойду пожелаю спокойной ночи мальчикам перед уходом.
Накладывайте. Простите, я правильно? Только не называйте своего имени. Я не собиралась. Их целых 3 месяца учат, а они первым делом выкладывают свои имена. Итак, чем скорее мы начнем, тем скорее уберемся отсюда. Немцы перебрасывают оружие из Бордо по железной дороге. Состав пройдет через Лизиньяк в понедельник в 1:30. Товарные вагоны с оружием и платформы с танками. Понятно вам? Да. Я передам информацию Октаву. А кому же еще? Не в местный же отдел жандармерии. Я просто... Извините. Я встречалась в городе со связной, кодовое имя Франсуаза. Ее забрали в полицию. Вы не знаете, что с ней случилось? Она погибла. Кстати, она мне очень нравилась. Вам повезло, ей нет. Сейчас нельзя позволять себе дружбу. Сюда. Скажи, Агюст, Клэр еще не передумала выходить за слепого крота? Она говорит, очки — мое самое большое достоинство. Я бы на твоем месте так не гордился. От шеи и выше? Врешь. Время? 2 минуты. Готовы? Сейчас. Yes. Да. Отходим. Там охрана. Гады! Нет, нет! Жерар! Куда ты? Оставайся здесь! Берегись! Октав! 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 Уходим! Скорей! Бежим! Идите с ним. Быстрее. Yeah.
Выпейте. Спасибо. То, что вы сделали, у вас дрожат руки. Первый раз всегда страшно. Жюльен, он просто готов умереть в борьбе с нацистами. Мы, старики, помним. Вы воевали? Я был механиком. Война любит механиков. Мы чиним подбитую технику. Жюльен сказал, вы из Парижа. А ваш муж? Он в плену. В Бонне. Сочувствую. Почему ваш сын не живет с вами? Вы не ладите? Мой сын коммунист. А вы? Меня не интересует политика. Тогда почему вы на войне? Ради вашей страны. Никто не воюет за страну. Воюет за свою семью, за того, кого любит. Это имеет значение? Зависит от того, на чьей вы стороне. На вашей. Да. Я так и подумал. Доброе утро, мадам. Здравствуйте. Красивая юбка, мадам. Месье Ренек, мы ждем. Да, конечно, улыбочку. Раз, два, три. Спасибо. Мадам. Один до железа. Никогда не уходите из дома без взрослых. Мы не знали, где ты. Послушайте, простите, пока вы поживете на ферме, ладно? Это очень важно. Чей улетит дальше, тот и выиграл. Пошли, ребята. Я хочу выиграть. Ладно. Встали на линию. Я первый. Жакоб, сюда. Раз. Два. Три. Браво! 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 А теперь ты, Андре. Раз. Два. Три. Давай. Отлично. Есть. Давайте еще раз. Я тоже хочу. Пошли. Слышали новости? Я их видела. Если правительство собирается и дальше обхаживать немцев, то скоро они будут расхаживать по нашей земле. Вы можете гордиться.
Им нужна армия, чтобы одолеть нас. Спасибо. Хорошо, что мальчишки снова смеются. Да. Но не забывайте про осторожность. Известно что-нибудь об их родителях? Пока ничего. Это моя единственная чистая одежда. Я сейчас пойду... Мальчикам хорошо. Похоже. Следующая операция? Когда получу очередные инструкции, да. Хорошо. Вчера вы держались молодцом. Я был очень важным человеком. У меня была своя компания в Бирмингеме. Поставлял запчасти для Форда. Чёртова война. Для меня есть что-нибудь? Ненавижу это место. Вы даже не представляете. Здесь высадится десант. Завтра ночью. Вот координаты. Передайте их своим лягушатникам. Я знаю места, где достать продукты. Можно попросить вас об одолжении? Просите. Мне нужно найти коллегу. Мне кажется, он скрывается где-то в Железе. Имя вашего друга. Как его зовут? Грегори. Питер Грегори. Он летчик. Его самолет... Я наведу справки. Это очень важно. Сказал же, я наведу справки. Отпусти! Не трогай меня! Нет! Уходи! Уходи! Все хорошо, тихо. Тихо, тебе это приснилось. Это сон. Дурной сон. Просто сон. Жакоб думает, ты ангел, потому что упала с неба. Это же неправда. Нет. Это я виноват? В чем? Что мама с папой уехали? Нет. Малыш, ну что ты? Это все война. Они вернутся? Да, все будет хорошо. Месье Фаре! Пропал! Франсуаза Гийом! Пропала! Филипп Лежентиль! Пропал! Жан Савье! Пропал! Мартен Перо! Пропал! Месье и мадам Дюге! Пропали!
Клер Рибье! Пропала! Жюльен! Арнольд Филипп! Пропал! Робер де Ладье! Пропал! Пьер Руссе! Пропал! Пьер Валла! Пропал! Молчать! Жюльен! Поль Винсан! Пропал! Назад! Замолчи! Заткнись, говорю! Куда они все пропали? Не надо! Нам надо уходить, понимаешь? Есть новости о родителях мальчиков. Хорошие. Их отправили в Польшу. Что? В трудовой лагерь? Не знаю. Прости, что подставил тебя. Я работаю у твоего отца. Мы должны быть знакомы. Что скажем мальчикам? Пока ничего. Я говорил с жандармом, который их забирал. Он разрешил их матери написать записку. Но она их очень задерживала. А потом записка в суете затерялась. О, Боже. Говорила со Звездным? Да. И? План прежний, обычное время. На перекрестке в 7. Вот, подсунули под дверь, это вам. Спасибо. Сегодня в 18:30 на дороге в Тулон есть новости из Железа. Добрые вести. Возможно. Не знаю. Мне нужно уйти. Скажите Жюльену, если он зайдет, у нас с ним назначена встреча. Я быстро. Не забудьте про комендантский час. Пока, мама. Удачи. Черт.
чертов велик. Надо отлить. О, боже. Как хорошо. Наконец-то. Его самолет. Что? Где Жюльен? Должен прийти. Занять позицию быстро. Жан-Поль! Клэр! Начали! Не с места! Документы нашли рядом с телом. Что я здесь делаю? Мой дом в Бирмингеме. Это уже не я. Через пару дней ты будешь дома. Чего ради тебя оставаться? Люди сдают в гестапо своих соседей, потому что те слишком шумят. Мир сошел с ума. Я сообщу, когда придет самолет. Не выходи из дома без необходимости.
Доминик, я хочу есть. Подай тарелки, Андре. А где джем? Хочу джем! Здесь не гостиница, Жакоб. У мамы всегда есть джем! Я не твоя мама, черт возьми! Ешь ты так. Идем. Я же напугала их. Какой ужас. Ничего, переживут. Да, но что я им скажу? Как им теперь доверять мне? Ничего. Дети могут простить почти все. Почему тогда Жюльен не простит вас? Думаешь, он злится? Жалеет, что вас так крепко держит прошлое. Он зол, потому что я все, что у него есть. Его мать умерла, когда ему было 3. Я был плохим отцом. Слишком много работал. Женщины. А сейчас? Поздно обманывать себя. Я такой, какой есть. Жаль, что дожил до часа, когда моя страна предает себя. Жюльен! Отведи их в дом. Идем, живо. Что такое? Что ты делаешь? Отпусти меня! Это ты им сказала. О чем ты? Не понимаю. Ты выдала нас им. Жюльен, клянусь. Не клянись, это ты им сказала. Я никому не говорила. Заткнись. Пусти меня. Из-за тебя я не мог предупредить их. Я опоздал, потому что ждал тебя. Я хотела. Они их убили. Агюста, Клэр, всех. Прямо на моих глазах. И я ничего не мог сделать. Я был рядом. И просто смотрел. Просто смотрел. Я... Где ты была? Меня вызвал на встречу связной. Я не могла тебя предупредить. Жюльен, клянусь, я никому не говорила. Я сообщила только тебе. Клянусь. Нас кто-то выдал. Они знали место. Знали поле, дорогу. Они знали местность с точностью до дерева. Оставь ее. Она говорит правду. Ее вызвали, я видел записку. Она не предатель. Это ваши бумаги? Да. Эта карточка свидетельствует, что вы пересекли демаркационную линию нелегально. Печать поддельная, в машину его. Как учитель, я знаю почти всех. И родителей, и бабушек, дедушек. Я знаю всех в Лизиньяке. Нам надо поговорить. Простите. Выйдем.
План высадки десанта. Откуда вы его получили? Никогда не подходи ко мне на людях. Я хочу жить, знаешь ли. Нас кто-то выдал. Понятия не имею, о чем ты. Координаты, что вы мне дали, кто-то слил. Немцы знали все, у нас не было и шанса. Я ни при чем. Я выполнил то, что мне приказали. Но как они тогда узнали? Не знаю. Вы не заметили ничего подозрительного в тот день? Конечно, нет. Я следую инструкциям. Чьим инструкциям? Из Лондона? В Лондоне знают все. Я уклонялся здесь от налогов. Они узнали, что моя мать француженка. Так что или работа здесь, или тюрьма. Но Лондон... Как они на тебя вышли? Или ты сама? Сейчас угадаю. Они тебя нашли, да? И где это было? В баре? В поезде? Вам велели отстранить меня. Так? Послушай, Баши пришли на юг с одной целью — сохранить за собой побережье. Северную Африку они потеряли. Они проигрывают. Это все понимают. Лондон, французы. Ситуация меняется. Мы теперь боремся не только с немцами. Хотите сказать, что они затеяли это ради шести коммунистов? Ладно. Хочешь узнать, кто слил информацию немцам? Да любой из полдюжины человек. Радиоперехват. Кто-то в Лондоне. Мясник из Лизиньяка. Может, я. Может, ты. На твоем месте я бы не спускал трусы и помалкивал. Ясно, к чему я клоню? Думаю, я поняла вас. Уезжай отсюда. Тебя заберут. В среду. В 2:15. Там же, где и сбросили. Даже тебе это под силу запомнить. Останешься, пеняй на себя. Вам что-то нужно? Простите, я месье Ренек. Вы спрашиваете, что я здесь делаю? Я давно за вами слежу. Это глупо, я знаю, но вы такая красивая. Что вам нужно? Я считал своим долгом предупредить вас. О чем? Вчера к нам прибыл один человек из Парижа. У него приказ увеличить квоту депортируемых евреев. Мне, как человеку, принадлежащему к верхам Лизиньяка, удалось поговорить с ним. Он сказал, что правительство Виши, чтобы доказать свою преданность Германии, приняло закон о депортации еврейских детей. Почему вы говорите мне об этом? Вы дружите с Жюльеном. У них в доме живут мальчики Дюге. Я слышал их. Кто сказал вам прийти сюда? Нет-нет. Никто не знает, что я здесь. Я просто... Я хочу стать вашим другом. Мне пора. Нет, подождите, мадам. Остановитесь. Стоять! Повернитесь. Давайте обойдемся без грубости. Я не последний в городе человек. Я знаю важных людей. Вы соглашаетесь? И мальчиков никто не тронет. Поцелуйте меня. Завтра. У меня месячные.
Встретимся завтра, когда я буду чистой. Не вздумайте сбежать. Не сбегу. Я не побоюсь убить вас. Завтра. Я знаю нужных людей. Вам ясно? Нужных людей. Я поняла. Поняла. За нами следят? Не думаю. Надо было предупредить Джульена. Вот за ним будут следить. Лучше так. Мадам? Все в порядке. Вылезайте. Жако, идемте. У нас позавчера родились котята. Такие милые, вот увидите. Котята! Ура! Поймала. Помогите! Я выиграл! Доминик! Мне надо уйти. И запомните, мальчики, вы должны оставаться на чердаке. И никогда, никогда не спускаться вниз, пока не позовет мадам Карито. Вы поняли? А как мы будем есть? Мадам принесет месье джем. Сидите здесь и постарайтесь не слишком сильно шуметь. А ты не останешься? Да, оставайся. Так безопаснее, милый. А завтра я приеду. И не драться. Остановитесь на минутку. Скажите, может человек совершить преступление, не зная этого? Нет. Он всегда знает. Но он не всегда виноват. Чтобы быть виноватым, надо осознавать, что ты делаешь. Вы бы простили себя, если бы стали частью чего-то ужасного по неведению? Да, конечно. А иначе как жить дальше? Я больше не понимаю, зачем я здесь. Вы отвезли мальчишек? Да. Они в безопасности? Пока да. Суп будешь? Он еще теплый. А где Доминик? Пошла прилечь. Спасибо, что присмотрел за мальчишками. С ними нелегко, я знаю. Да уж, дети, это просто шило в заднице. Ешь. У тебя на все одно решение. Поесть.
Оставайся сегодня. Ты устал. Кто там? Пишон? Месье Леват? Мы из мэрии. У нас к вам есть разговор. Это господа из мэрии. Поставь, пожалуйста, стулья в столовой. Месье. Здесь немного пыльно. Мы не пользуемся этой комнатой. Не желаете выпить? Сядьте, месье. Месье Леват. Меня зовут Поль Пишон. Я представляю особый надзорный отдел при правительстве Виши. Звучит пугающе серьезно. Мы взяли на себя некоторые функции полиции по решению еврейского вопроса. В прошлом месяце наше правительство провело перепись евреев в свободной зоне. Но вашего имени в списках нет. У вас есть справка о принадлежности к арийской расе? Зачем мне? Ваши документы. Простите? Ваши документы. Паспорт, продовольственные карточки, разрешение на работу. Прошу вас. Все? Да, все. Позвольте мне разъяснить вам идею сотрудничества с Германией, целью которого была и остается защита независимости французских граждан. Мы искренне верим, что, сотрудничая с оккупантами, мы предоставляем Франции величайший шанс следовать своей судьбе. Положа руку на сердце, могу смело заявить, что нет большего патриотизма, чем добровольное сотрудничество. В паспорте нет надлежащей печати. Не понимаю, о чем вы. С прошлого года в паспорте должна стоять отметка «еврей». И вам это известно. Впервые об этом слышу. Месье Леват! Месье Пишон, вы ведь пришли сюда не из-за бумаг? Что вам нужно? Простите. А вы... Это мой... Я его сын. Ну да, сын. Сядьте. По нашим данным, национальные корни месье Левада не совсем французские. И цель нашего визита — установить происхождение предков вашего отца. Месье, его предки родились во Франции. В данном случае это не важно. Как это не важно? Он француз, я француз. А вы француз? Жюльен. Он сражался под Верденом. 4 года гнил в окопах за Францию. Тогда его кто-нибудь спрашивал? Что он говорит? Что его отец 4 года воевал против немцев. Я мог бы помочь, месье. Да. Жюльен? На пару слов. Жюльен. В чем дело? Жюльен? Я знаю про мальчишек Дюге. Вы их недавно увезли. Учитель обязан знать, где находятся его ученики. Не правда ли? Так что, похоже, у нас проблема. Месье Пишона разнарядка. Он должен взять либо твоего отца, либо мальчишек.
Он пока еще не решил. Все зависит от тебя. Хочешь подумать? Понимаю. Хотите что-то сказать? Его дед и бабка евреи. И если мой отец еврей, то я тоже еврей. Вообще-то нет. По существующим правилам, вы евреи только на 1/8. А значит, не еврей. Но нам есть, что с вами обсудить. Прошу вас не покидать дом. Берите старика. Он не может так уйти. Ему нужна одежда. Быстро. Месье, прошу вас. Все нормально. Вы меня обманули. Вот вещи. Жюльен. Надо добраться до мальчиков раньше Ренека. Жюльен, нам надо бежать отсюда. Что ты предлагаешь? Чтобы я сказал, что я больше еврей, чем мой отец? Ты сделал все, что мог. И что? Мальчишки все равно в опасности. А ты что, предлагаешь сдаться? Зачем ты приехала? Ради Франции. Это мой долг, не знаю. Я любила одного человека. Значит, все это ради него? Да. И что случилось? Он погиб. Мне жаль. Почему? Ты же любила его. Не будем сейчас об этом. Твой отец... Хороший человек, он поймет, что у тебя не было выбора. Вряд ли. Поцелуй меня. Иди ко мне. Эй! Расстегни мне блузку.
А ну, отойти друг от друга! Вот черт, что я сказал? Встать живо! Я вам говорю... Беги! У церкви! Внизу кто-то ходит. Где дети? Вон из дома. Где дети? Отвечай. Отвечай мне. Что там? С дороги, старая. Попались. Одевайтесь. Живо. Не трогайте детей. Оставьте их. Свиньи! Андре! Жакоб! Доминик! Я найду вас! Приходите еще. Обязательно, спасибо. Пока, детишки. Мое скромное жилище. Выпьем на прощание. Спасибо. Так мило посидели. Да. Жди. Я опоздала. Их увозят на поезде. Больше я ничего не знаю. Ради бога, скажи что-нибудь. Нам надо уехать. Нет, нет. Доминик. Ренек мертв. Меня видели. Ты больше ничего не можешь сделать. Я не поеду. Подумай сама, пожалуйста. Тебя же убьют. Ты этого хочешь? Нет. Тогда едем. Один парень отвезет нас до Тулузы, а оттуда рукой подать до Пиренеев. Доминик. Я не поеду. Не могу. Послушай, ты погибнешь, если останешься. Но сначала они станут тебя пытать. А если человека пытать, он заговорит. Разве это поможет нам победить? Как ты можешь такое говорить? Ты что? Ты хочешь умереть? Нет. Тогда почему? Потому что не можешь жить, когда другие обречены на смерть? По-твоему, мне не больно видеть, как увозят отца? И знать, что я бессилен ему помочь. Думаешь, это не больно? Но правда в том... Правда в том, что я больше ничего не могу сделать. Только выжить. Нет. Теперь это наша правда. Нет. Подумай. Этого мало. Мало. Доминик, ты сделала все, что могла. Не говори так. Все, что могла? Не говори так. Ты же не знаешь, что я натворила. Не знаешь, кто я. Ты даже имени моего не знаешь.
Идешь, Жюльен? Да! Я должна что-то сделать. Найти хоть какой-то выход. А ты уезжай. Нет. Не бойся за меня. Я справлюсь. У меня есть связной. Иди, давай. Ради своего отца. Уезжай. Иди. Полиция, откройте! Откройте! Проверь наверху. Ну что? Nothing. Пусто! Сюда, месье. Багаж нельзя. Да пусть берет. Закрыть вагон. Доминик! Жакоб! Доминик!
Доминик! Мы здесь! Месье Леват! Месье Леват! Возьмите! Это письмо от матери мальчиков! Держите! Держите! Мои дорогие мальчики, кто-нибудь прочитает вам это письмо? У нас с папой все хорошо. Жаль, что я не смогла с вами попрощаться или написать вам раньше. Мы уезжали в такой спешке. А сейчас нам приходится очень много работать на военном заводе в Германии. Когда война закончится, мы вернемся. А пока будьте сильными и берегите друг друга. Хорошо ешьте, даже если иногда вам совсем не хочется. Постарайтесь не ссориться. И куда бы вы ни пошли, крепко держитесь за руки, как будто вы переходите дорогу. Крепко обнимаем вас. Ваши любящие папа и мама. Лондон. 6 месяцев спустя. Пройдите вон к той женщине из Красного Креста, хорошо? Спасибо. Следующий. Миссис Бакстер, сколько у вас иждивенцев? 3. 4. Видите парня с повязкой? Он вас устроит. Большое спасибо. Шарлотта, пойдешь в кино? Я гуляла с зомби. Нет, спасибо. Том Конвей играет, он такой душка. Я лучше пораньше лягу. Как хочешь. Вот, пришлось сегодняшней почтой. У тебя усталый вид. Дейзи. Все, ухожу, ухожу. Не скучай. Ты получила мое письмо? Глупый вопрос. Прости, что свалился на тебя, как снег на голову. Ты давно в Англии? Пару месяцев. Правда, я был не совсем в форме. Мне сказали, что ты погиб. Я и сам так думал. Мне показывали снимки. Там было тело. Это мой штурман.
Меня прятали на одной ферме во Франции. Я почти не двигался, думал, что сойду с ума. Все хорошо? Да, да, прости. Мне просто... Я так рада. Я рада, что ты дома. А ты? Что ты делала? Была во Франции. Видишь, тебе не удалось переубедить меня. Зачем? Думала, что смогу найти тебя. Питер. Что случилось? Шарлотта. Ты был прав, когда говорил о войне. Одних она превращает в глупцов, а других убивает. Потребуется время, чтобы прийти в себя. В мире творится черт знает что. Знаешь, я не переставал думать о тебе. Давай куда-нибудь съездим. Куда захочешь. Питер. Я возьму отпуск. Я не могу. Прости. Жаль, что ты меня не послушала. Тогда я бы стала другой. Франция, 1945 год. Мир. Продается. Привет. Привет. Я не ждал. Да.
Я давно хочу тебе кое-что сказать. Что? Меня зовут Шарлотта Грей. Русский язык, фильм переведен и озвучен студией «Позитив».